Всем привет, меня зовут Романова Каролина, я из города Киева. Сегодня последний день инструкторских курсов Адха-йоги. Хочу вам оставить отзыв, как я прошла это обучение, ожидания и реальность. Однозначно я не получила то, что я ожидала, потому что мне хотелось попасть в какой-то йога-тур, скорее, что ли, помедитировать и расслабиться в горах и приехать более обновленной, отдохнувшей, но в итоге я получила полный спектр эмоций, полный трэш вообще в тренировках. 24/7 у меня мозг работал, я запоминала названия, учила анатомию, и мое тело находилось в шоке. Первые дни я просто рыдала. Почему я рыдала? От беспомощности, можно сказать? От беспомощности я рыдала, потому что я не привыкла так работать. Здесь, конкретно здесь, на этих курсах, началась моя борьба с моей ленью в плане физической нагрузки. Потому что были моменты, когда я выбирала, мне нужно покушать, поспать или все-таки доучить. Что мне... Для чего это я делала? Что мне конкретно нравится именно в этих курсах? Несмотря на то, что это коммерческие курсы, и здесь нету такого, что ты просто прослушала, получила бумажку, как бы, ну и пошла преподавать. Здесь есть экзамены, к которым ты готовишься, ты не спишь ночами, и не просто заучиваешь информацию, а вопросы задаются такие, что ты должна понимать то, о чем говоришь. Это прям очень большой бонус именно этих курсов. Меняют ли курсы жизнь? Меня... Они поменяли. Конкретно такой момент я уловила. Это было где-то на втором уровне, когда нашей группе сказали: взяли дрова и идите в горы. Ну, обычно, если бы это было в жизни, рядом со мной был бы муж или мои друзья, я бы ответила: в смысле? А здесь я взяла коврик, я взяла молча дрова, и в дождь я поднялась в гору. И я отметила то, что я это сделала. Просто взяла и сделала. Борьба с эго просто ежедневная. Чему я очень рада. Поэтому однозначно я поменялась. И если приехала я сюда с желанием научиться расслабиться для себя, то сейчас я уезжаю с огромным багажом знаний, которые я обязательно буду передавать. Поэтому рекомендую, прям меняется жизнь на до и после.